Один из самых ярких представителей Серебряного века русской поэзии – Сергей Есенин. Сергей Есенин – поэт, необычайно чуткий к веяниям народных настроений. Еще в 1910 году, предчувствуя грядущую революцию, он очень осторожно представил ее в виде ожидаемой весны. Стихотворение Сергея Есенина «Поет зима аукает», читает Лана Лесникова. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает, с то звоном сосняка, кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака, а по двору метелица, ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки серовливые, прижались у окна, а зябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней, а вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным, и злится все сильней. И дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна, и снится им прекрасная, в улыбках солнце ясное, красавица весна,